И у меня такая была история в прошлом году, что я с семьей решил переехать в дом из квартиры в Питере. Вот. И так получилось, что мне нужно было сделать это довольно быстро. Мне нужно было продать свою квартиру, переехать в дом. И я должен был это сделать за 2 месяца. Я на самом деле продавал эту квартиру брату своему. Брат мне отдал деньги вперед, но мы так с ним договорились, что за 2 месяца я все закончу. Что у меня было, это мне полностью не отстроено до конца дома. То есть некоторые каркас были, стены, окна, крыша, перекрытия даже были. Но не было ничего больше, кроме этого всего. Мне нужно было всего 2 месяца, чтобы это все сделать. Вот. И я... У меня было 2 миллиона рублей, у меня было 140 квадратных метров. Мне нужно было сделать всю отделку. Нужно было утеплить дом, потому что я там зимой собирался жить. Коммуникации все. Полы там, и внутреннее все оснащение. Вот. И что? Мне на самом деле стало помогать. Что я стал делать в первую очередь? Я начал с планирования. Если тут мне это на самом деле плохо видно, но я могу вот что сказать. На этой картинке здесь изображена линия, это время. И я просто отметил, когда я узнал, грубо говоря, примерно сколько чего будет занимать у меня, я стикерами отметил фазы, которые мне нужно будет пройти. Вот. То есть у меня здесь есть, например, штукатурить стены, сделать облицовку дома, кухню установить там, и так далее. Вот. Такой последовательный, на самом деле, процесс. Да, если мы откатимся на 1 минуту назад, смотрите, 2 месяца, деньги и работа. На что это похоже? На проектное ограничение. Да, вообще, кто слышал слово «проектный треугольник»? Ага. Если есть проект-менеджеры здесь, это типичный проектный треугольник вообще. Вот. Как раз деньги, время и скоп для работы. Вот, хорошо. Вот. Я делал проект на самом деле. Дальше что? Я, в общем, сделал как проект-менеджер, я попланировал это все. У меня дальше был на самом деле выбор между 2 вариантами. Либо поискать какую-то бригаду, которая мне все это будет делать, либо нанимать отдельных специалистов. Я подумал вот что. Если я буду искать бригаду, то за 2 месяца никто не согласится на это. Навряд ли я найду таких человек. Вот. И они у меня заломят, скорее всего, такую стоимость, что мама не горюй. Вот. А если я буду отдельно, я на самом деле потрачу кучу своих усилий, но я точно буду контролировать все на каждом этапе, вот, и, наверное, смогу уложиться во время, если сам все это планирую, буду сам разрабом, этим самым прорабом, короче говоря. Я так и поступил. Вот. Взял сайт профи.ру, настал искать все разных специалистов. Еще немножко про планирование. Есть такое понятие, что высказывание Эйзенхауэра про то, что планирование, план на самом деле не имеет никакой ценности, но имеет ценность сам процесс планирования. Потому что в процессе планирования выясняется куча деталей, это повод людям между собой поговорить и договориться много о чем, но план, как только он становится, его начинаешь делать, он сразу перестает быть полезным. В каком смысле? Вот мы на этой картинке, у меня, смотрите, я на двери наклеивал на каждую неделю список дел, которые мне нужны были, и волшебным образом, это первая, вторая, третья, четвертая неделя. Дела какие-то почему-то смещались на четвертую неделю, потому что здесь все риски срабатывали, и видите, часть дел переехала в самую последнюю неделю. Вот, поэтому план ничего, но планирование необходимо абсолютно. И миф, что планирования в Agile нету, это на самом деле неправда. Мы можем планировать релизы, да? Просто относиться к этому как к чему-то, что является приближением. Просто некоторым. Прогноз. Хорошее слово – прогноз. Вот. Это как погода, да? Мы можем рассчитывать на то, что завтра будет солнце, и мы пойдем купаться и загорать, но это может не сбыться. Есть такой, что дальше я стал делать? Я стал искать разных специалистов. Вот. И если вы зайдете на сайт на профи.ру, например, вы найдете много разных специалистов за разные деньги. Вот. И я задавал, с ними стал списываться, они мне тоже звонили. Я стал им задавать 2 вопроса. Во-первых, сколько будет стоить работа, но меня интересовала не только стоимость, но то, как эти люди размышляют. Я на самом деле определял, насколько они профессионалы по этому вопросу. Потому что у меня был очень хороший пример электрика. Я ему сказал, мне нужно просто сделать полностью всю проводку в доме. Этот человек задал мне все нужные вопросы, чтобы полностью рассчитать
всю смету, которая сошлась на 10 с ошибкой, с погрешностью, наверное, в 5% всего. То есть он задал мне все вопросы, сколько розеток я хочу, сколько этажей, как будет устроено, там, будет ли у меня котел отапливаться электричеством или нет, и так далее. Вот. То есть он все очень классно рассчитал. И так получилось, что так вот все было проверено. Это самый классный специалист, из которых у меня работали на этом проекте. А у меня работало, наверное, около 15 разных человек. Он оказался самым крутым. И дальше я расскажу еще, что, чем он мне тоже помог. И смотрите, если мы посмотрим на манифест, да, на проекте должны работать мотивированные профессионалы. Есть слово «профессионал», я уже поговорил, как я проверял профессионалов. Мотивированные профессионалы. Самый простой способ – это я спрашивал, можете ли вы начать вот через 3 дня уже, в течение 3 дней приступить к работе. Были люди, которые говорили, да, конечно, мы можем, но сейчас мы, правда, другой проект делаем. И я точно знал, что у них есть работа сейчас, им нет ни потребности, они не будут, то есть они не умрут с голоду, грубо говоря, может быть, от того, что они сейчас начнут у меня работать. Ну, так, очень практично я размышлял. Вот. И в первую очередь обращал на тех, кто соглашались прям немедленно ко мне приехать. Вот. Супер! Вот. Мотивированный профессионал. Я искал мотивированных профессионалов. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечите поддержку и полностью доверьтесь им. И у меня тоже есть история на этот счет. Дело в том, что часть работы у меня делал один человек из Узбекистана. Вот. И он его привез, я нашел через профи.ру мужика, который просто, короче, фактически торговал этими людьми. Вот. Он его привез ко мне. Он начал мне класть плитку. Вот. И я приезжал примерно каждый вечер и смотрел, как вообще идет процесс, что там с мной происходит. Я вижу, что он работает, но он сам, денег у меня что-то, я не знаю. Ну, короче, он вижу, что он что-то ничего не ест, странно какой-то человек. Вроде выгодный работник, да, работает. Вот. Ему должен был привозить на самом деле еду, его вот этот хозяин, грубо говоря, да, человек, который вот возил. Вот. Я смотрю, я спрашиваю, ты вообще как, нормально? Он говорит, да, что-то он мне должен был привезти еды, но сегодня не привез. Говорю, ну нормально, слушай, может, я тебе что-нибудь куплю? Вот. Ну, я реально смотрю, как-то странно. Ну, я съездил в магазин, ему купил еды. В общем, дело закончилось тем, что в процессе вот этого проекта у меня сработал такой риск, что облицовка дома, люди, которые собирались ее делать, они выставили мне большую стоимость, и я не мог уложиться в этот бюджет. Этот человек, которому я помог, он предложил мне, что он сам все сделает полностью. Вот. И в обход этого вот хозяина, который, ну то есть он потом ушел от него, вот, и остался у меня жить, я его оставил себя. У меня была там еще дополнительный домик, такая подсобка. Вот, я его там поселил, в общем, его там предлагал его там, не знаю, как-то обедать у меня, но, правда, отказывался постоянно. Вот, но, в общем, благодаря этому человеку я смог недорого оштукатурить весь дом, я ему помог, он мне помог, в общем, очень классно, классно. Я про то, как создать условия, обеспечить поддержку и довериться ему, хотя я мог, конечно, не довериться ему, потому что он... Ну кто? Непонятно какой-то. Может ли он самостоятельно это делать? Чувак какой-то из Узбекистана? Что это такое? Но он сделал все здорово. По крайней мере, пока год это все простоял. Окей, хорошо, поехали дальше. На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны ежедневно работать вместе. Вот такой вот есть принцип среди 12 принципов. Почему? И хочу рассказать еще одну смешную историю на этот счет. Она не совсем про... Смотрите, когда мы говорим здесь про... Мы все-таки подразумеваем про контроль, да? Вот разработчики. Бизнес нужен не для того, чтобы контролировать людей. Вот. Скорее для того, чтобы помогать отвечать на вопросы разработчиков и так далее. Помогать им, создавать им, давать им понимание, на самом деле. Потому что представители бизнеса, они лучше всего понимают, что нужно делать. Да? А разработчики понимают, как это нужно делать. Но у меня смешная здесь история про то, как у меня тоже случилась такая ситуация, когда я позвал другого человека, у которого меня клал плитку. Вот. Он сказал, что все сделаю. Я несколько дней не появлялся, и потом я узнал, что он уехал. Он заболел и уехал куда-то обратно к себе в Кисловодск. Вот. И когда я приехал, я узнал, что у меня вот там вот на верхней картинке отмечены места, это место, где кухня должна быть. И там места, где розетки, гнезда под розетки планировались.
Этот человек чудесный все заложил плиткой так, что этих розеток просто не было. И где эти розетки находятся, тоже было непонятно абсолютно. Вот. И, наверное, если бы я лучше бы с ним больше общался и объяснял ему, может быть, он бы как бы додумался до того, чтобы их так не закладывать. Вот. Ну, вот такая аналогия. Хорошо. Что еще? Простота искусства и минимизация лишней работы крайне необходима. Хочу вас спросить, а как вы понимаете этот принцип? Простота? Приоритеты расставлять. А? Приоритеты расставлять. Ну, некоторые расставляют приоритеты, знаете... Оптимизация лишней работы. Оптимизация лишней работы. Ага. Хорошо. Какие еще мысли? Ну, заниматься внедрением каких-то супернавороченных систем, как это делать. Угу. Что еще? Да. Может быть, сосредоточиться на том, чтобы было сделано самой кусок работы, и пренебречь этим кружком. Угу, да. Вот справа у меня такая штука называется. Есть такой инструмент, называется он story mapping. Вот. Если кому-то будет интересно, я могу про него подробнее рассказать. У меня оставалось несколько недель, я понял, что мне нужно сфокусироваться на абсолютно жизненно необходимых вещах. И вот если вы смотрите на... Здесь, кстати, можно красную штуку включать, нет? Давайте попробуем. Нет. Не, ну если нет, то нет, не страшно. Есть желтые стикеры? Есть, есть. Вот на это, да? А, да. Значит, желтые стикеры есть такие. Вот. И они все оформлены в виде какой-то моей потребности, которую мне этот дом должен обеспечивать. Приготовить еду, например. Что я смогу готовить еду. Есть здесь стикер про то, чтобы... так, что еще здесь есть такого? Что я мог просто поспать. Что я мог в туалет сходить. Помыться я мог. Вот. И для каждого, для того, чтобы это каждый из них сделать, мне нужно какие-то действия, что-то закончить было. Например, там, не знаю, поставить кухню, подключить электроплиту, чтобы ее привезли, купить, бы подключили. Там, не знаю, унитаз тоже нужно поставить и проверить всю систему автономной канализации, вот, и так далее. Вот. И самое главное, вот, а все остальное можно выкинуть сейчас вообще. Вот. Я, во-первых, приоритизировал, что вот эти желтые бумажки, что для меня самое критичное по вертикали. Сверху самое важное, снизу самое менее важное. И вот эти бумажки, из них тоже выделил, что мне нужно минимально сделать из зеленых. Зеленые, собственно, работы, которые надо сделать. Вот. И сфокусироваться полностью на этом. А синие и желтые означали, мы с женой вместе делали. Одни синие были у меня, по-моему, уже желтые у нее. Что она делала. Вот. Вот. Вот такая история. И есть еще такая штука, правило Паретта, наверное, знаете, да? 80%. Вот, мне кажется, это самая лучшая иллюстрация, ну, самое лучшее выражение этой мысли, что 20% решает функциональности, работы, да, Вера закроет 80%, 20% работы создат 80% эффекта. Вот. Я всегда стараюсь этим вот, руководствоваться здесь тоже. В итоге я, конечно, я в это время на работе общался, как ты говорил, общался с человеком, который тоже строил дом. Он говорит, я 10-й год уже строил свой дом, дачу. Я правильным образом отсмолил мои бревна. Вот. Все делаю по правилам абсолютно. Вот. Он был очень удивлен, не понял, мне кажется, даже меня. Вот. Я когда переехал в дом, я могу вам сказать, вот там не было занавесок, там не было плинтусов, да, плинтуса вот так называется, простите, правильно? Вот, там не, ну, свет был везде, там не было, да, ну, каких-то других, там зеркал, там еще даже в тот момент не было, вот. Но я мог там жить, вполне совсем, вот, и там дети могли мои тоже жить, вот. Еще одна иллюстрация про это. Когда я переехал туда, начинался сентябрь и начинало поддувать. В Питере это особенно актуально. Вот. И у меня второй этаж. И когда я туда приехал, я понял, что уже холодно. Вот. Но я планировал сделать лестницу, но я потом ее поставил. Но у меня не было возможности вот сейчас ее прямо сделать. И один из моих друзей сказал, ну это же просто.
взял картонный лист и просто заклеил картонным листом эту дыру. И это, знаете, как это, вот если разработчик есть, это похоже на такой как бы костыль, короче, мощный. Вот. Но зато мне помогал, помог вовремя переехать и как бы, ну, особенно никак не мешал. Ну, я месяц с ним прошел, по сути дела. До момента, пока я лестницу купил, нормальный рычаг с лестницей. Вот. Хорошо. Про изменение требований. Изменение требований приветствуется даже на поздних стадиях разработки. Хотел как раз рассказать историю про этого электрика. Что меня больше всего впечатлило, что в процессе, после того, как я натыкал везде-везде розеток, сказал ему, где нужно было сделать, я понял, что где я кое-где ошибся. Вот. И обычно что делают в таком случае ремонтники? Ну, они скажут тебе, блин, ну слушай, что ж ты раньше-то не подумал? Че, сейчас я тебе загоню такой ценник, что когда ты будешь это все делать. Он отнесся к этому очень, ну, хорошо, нормально. Сказал, да, без проблем, я сейчас все переделал. Вот. И мне кажется, что эта же ситуация, она постоянно происходит вот с людьми, которые я в разработке, в создании продуктов сталкивался. Она происходит из раза в раз. Есть люди, которые говорят, меня больше всего бесит, когда что-то приходится переделывать. Но переху делать приходится постоянно, на самом деле. Вот. И это, ну, просто вот такая констатация факта. Что мне, как клиенту, постоянно что-то нужно поменять. Вот. Но бывает так, что это сложно очень принять некоторым людям. Вот. И это напрямую связано с последней вещью, про которую я хотел поговорить. Я причину знаю. Вот она. Если бы вообще манифест весь можно было бы сократить до одной вещи, я бы это сделал следующим образом. Наивысшим приоритетом является тра-та-та-та-та для чего? Для поставки ценного. Вот. Весь Agile манифест, мне кажется, он весь про поставку ценного, про создание ценности. Потому что другой пример вам могу привести. У меня были люди, которые ставили котел в отдельной маленькой комнате. Вот. И когда я с ними обсуждал, я вдруг понял, что они пытаются его поставить прямо посерединке. Мне для того, чтобы его топить, придется, короче, как-то там вот вокруг него ходить. Они не подумали о том, что я хочу собираюсь там хранить дрова, ну, как бы эти там кирпичи прессованные. Они как бы... И это странно тоже для меня. Вот. То есть они не... Люди... Есть ремонтники, которые не задумываются о том, как... То есть профессионализм — это важно, но ровно столько же для меня важно, чтобы люди старались посмотреть на картину моими глазами, задали мне правильные вопросы. И это касается как раз всего, опять-таки. И напрямую касается Agile манифеста, что мы, как профессионалы, как разработчики, как, не знаю, маркетологи, все люди, которые вовлечены в создание продуктов и услуг, вот мы, наверное, должны быть больше всего сфокусированы на том, чтобы ставить ценности, ну, чтобы создавать ценные для... Вот. Ну, а, собственно, для меня, почему я как бы переехал в дом там за 2 месяца, хотя там было много недоделано, я знаю, что есть люди, которые никогда бы, большинство, на самом деле, моих знакомых, друзей, наверное, никогда бы не согласились на это, вот, потому что есть люди, которые нужно, чтобы обязательно все было закончено, чтобы были занавески, чтобы были там, не знаю, всякие... приступочки для детей, чтобы они руки там помыли и так далее. Все. Вот. Но само вот это вот как бы ощущение, что ты живешь на природе, для нас было самым ценным. Вот. И что есть свой собственный дом, какое-то ощущение у меня. Вот. Ну вот, в общем. И многое это благодаря тем людям, которые много подумали за нас. Были в общем, несколько категорий людей, которые много помогли в том, чтобы это все сделать. Вот, и подумали за нас, кое-где задавая правильные вопросы, и такие решения предложили, о которых я сам бы никогда бы сам не догадался. Вот это важно. Вот, это, пожалуй, все, что я хотел про эту историю рассказать. И если мы будем отвечать на все эти вопросы, мы поговорили про то, что Agile — это не методология, на самом деле образ мышления. Вот. А методология его называть неправильно, и методология что такое? Методология — это инструкция, на самом деле. Вот. Методология — это очень конкретное описание. Вот. Была такая, если касаться разработки программного обеспечения, такая Rational Unified Process. Там было около 80 элементов, которые регламентировали разные роли конкретных людей, кто что, в каком порядке должен делать, когда это все начнется. Это похоже на методологию. Вот. Agile — это не методология, это набор принципов, а как вы будете их выполнять — это ваше дело.
В agile планирование требуется еще как требуется на самом деле. И это планирование просто происходит постоянно, фактически. Ну, в скраме, например, вы определяете длину спринта, да, и дальше каждый спринт планируете. У вас постоянно происходят какие-то изменения, вы перепланируете. Вы постоянно адаптируетесь под эти изменения. Agile можно внедрить в организацию. Если agile — это образ мышления, то как раз не получится его внедрить в организацию. И это самая главная проблема, которая возникает, да, в том, что agile, так как образ мышления, это про то, что происходит в нашей голове, как идти в организацию и помочь людям начать думать по-другому, на самом деле. И это почему большая часть всяких вот этих agile трансформаций, они не случаются, потому что люди не начинают думать по-другому и не готовы по каким-то причинам это сделать. Вот. Agile — это хаос, ну, наверное, все мы понимаем, что это нет. И agile возможно не найти, да, вы можете думать где угодно и использовать это. Вот. Супер. И что еще? Меня просили про разные примеры. Я вот несколько книг могу привести, которые я сам читал, и поэтому могу их посоветовать. Книжка одного бразильского предпринимателя, Рикардо Семлер, человек, который поменял, пришел в организацию своего отца, вот, полностью перестроил процессы таким, чтобы его организация работала по принципам самоуправления. Вот. Ну и так получилось, что доходы выросли в 50 раз у этой организации. Можете загуглить это, если коротко прочитать. Да? Вот. Но это компания, которая на самом деле не имеет отношения к цифровым продуктам. Они делают все от деталей до швейных машинок, там еще что-то делают. Вот, сейчас уже не помню. Вот. Но он вот реально, первый день, когда пришел работать, он уволил всех менеджеров, там 50% или 60% менеджеров. Ну, не обязательно так делать. Вот, но вот он поступил так. Открывая организации будущего, может, кто-то читал эту книжку? Ага. Вот. Это. А? Да, я хотел ее здесь привел, потому что там есть несколько примеров компаний, если вы хотите про них узнать. Тоже, которые работают по похожим принципам, вот, можете почитать про них. Joy Incorporated — книжка как раз про софтверную компанию, про человека, как он построил, менял сначала компанию, в которой работал, а потом построил свою собственную компанию, так что сейчас в нее тоже приезжают и смотрят, которая тоже работает на самоорганизации, самоуправлении. Вот, ну, по крайней мере, там так написано. Вот, спасибо за внимание. В этом наша первая часть заканчивается. Кому интересно узнать побольше про Agile для новичков, предлагаю вам почитать статьи. Мы сейчас делаем, наша компания Agile Concepts, мы делаем единственный ресурс, который можно в доступной форме почитать, что такое Agile, там, Scrum, Kanban, для тех, кто про это не знает. Это сейчас лучший, наверное, в российском интернете сайт на эту тему. Блог для практикующих. Все наши agile-коучи пишут статьи, да, время от времени. Вот. И мы делимся всем, что у нас, своими размышлениями, практиками. Да, практиками. Мы делимся здесь практиками в этом блоге. И если у вас какие-то вопросы появятся за пределами нашей сегодняшней встречи, предлагаю вам связаться со мной в Фейсбуке. Мне будет интересно узнать, чем вы занимаетесь. И ну, как-то вам помочь, если у вас будут какие-то вопросы. Буду рад ответить.